Получили новый трикотаж люрекс. Четыре цвета. Это белое серебро. Пудра. Вот такая вот пудра. Золото, светлое золото. Очень красиво смотрится, переливается. Это и розовый. Вот такие четыре цвета. Можно их в сравнении увидеть. Сейчас, секундочку, вот так. Значит, это трикотаж весна-лето. Тонкий, 180 грамм на метр квадратный. По ширине рулона, вот так вот, он немного тянется. То есть в изделии он будет подуваться, или будете двигаться по движению тела, он будет повторять. Сильно не тянется. По долевой не тянется. По поперечной немного тянется. Вот. Это полиэстер 100%. 100% синтетика. Можно сказать, не мнется. Очень красиво блестит. На платье, костюмы, вечерние наряды, концертные наряды. Так что прям сильно, очень сильно он не блестит. Он, ну, достаточно хорошо, конечно. Достаточно насыщенный блеск. Так что прям сильно он не сыпется. Если потереть, вот рукой может сначала оставаться что-то слегка. Вот так вот глиттер. А так вот, в общем, не обсыпается. С изнанки гладкая. Гладкий трикотаж. Не будет колоть тело. То есть хорошо. Абсолютно гладкий и не колючий. Вот такой трикотаж. Можно ставить на подклад. Более там натуральный, если при желании. Есть катоны, есть штапеля, есть разные ткани, которые можно поставить на подклад. Очень красивый трикотаж. Рекомендуем на вечернее платье, нарядные. Можно и пиджак, и юбку, и брюки, и любое платье. То есть абсолютно универсально. Можно любое изделие с него шить. И переворачивать кровь можно. И как угодно им играться. Вот такие красивые цвета. Это белое серебро. Это пудра. Золото. Светлое золото. И розовый. Нежно-розовый. Вот именно розовый оттенок. Не персиковый. Именно розовый. Немного теряется на видео насыщенность его. Вот он более насыщенный в реальности. Более розовый. Немного цвет у нас пропадает на видео. Остальные хорошо передают. Вот такие есть.